Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Steampunk Tower 2. Ну что, 500 монет я получил. Здесь 200, 250, итого у нас 2647. Маловато, я тебе скажу, это очень мало. Так, 312 не кисло, 260, итого 967. Значит, я могу что-то поставить на улучшение. А что именно? Наверное, башню. Так, починить. Ну-ка. Я же могу построить? Да? Блин, нет, не могу. Мне не хватает вот эти вот, где их брать, эти ордена, медали, я не знаю, как это назвать. Может быть, что-то выполнить надо? Так, здесь вот можно улучшить. Видишь, 5 есть. Дай-ка я все-таки, наверное, какое-нибудь задание. Блин, у нас, это бесконечный режим. Наверное, мы отправим. Так, 207 плюс бонус с агента 41. Это получается 248. Ладно, пускай едет. И, наверное, вот сюда. Блин, 168 и 33. 200, это маловато. И тут маловато. Тут 5000 монет надо, не кисло. Ладно, пускай, наверное, сюда едет. Выберите, кого отправить на миссию. Ну вот, Элизабет, естественно, кого еще отправлять. А я, наверное, пойду вот сюда. Прототипы, бронемашины, танки, пехота, воздушные. Кстати, подожди секундочку. Ага. Слушай, ну это же опыт, по-моему. Это опыт. Улучшить я, естественно, ничего не могу. Починить, у меня все починено. Я думаю, что надо рвать копыта именно в бой. Ну все, 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 хорош тут. Показывать, как они летят, это мы уже 1000 раз видели. Будет сложно, мне кажется, сейчас. Будет очень сложно. Еще где-то возле побережья, да, у нас получается. Да, чистое побережье. Ну что, ждем. Опа! А как так-то? Как так? Я не взял пушку. Вот это я лопухнулся, ребята. Я не взял пушку одну. Как я умудрился? Трэш. Причем здесь у нас должна быть... Да, вот такая вот пушка, которая стреляет у нас. Ну что стоим-то, не стреляем, блин. Ой-ой-ой-ой-ой, прёт. И тут еще столько техники будет, да, бронемашины и всякая ерунда. Просто я не взял ни одной... Я даже дробовик сюда не взял, который бы здесь вообще понадобился. Ладно, если что, я переиграю эту миссию. Но хотелось бы, конечно, ее пройти. Так, ты идешь сюда, сюда, сюда. Ух, так, я не буду сейчас никуда спешить. Ребят, мне уже накопить боеприпасы. Так, быстрее, бегом. Эту можно сюда, наверное, высадить. Иди стреляй. Блин, справимся ли мы? Вот в чем вопрос. Так, если что, мы сделаем, наверное... А, я так не могу. Пока время есть. Опа, танк. Давай, 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 артиллерия, бомбим. Блин, да что такое-то, посмотри. Есть, успели. Успели мы его размозжить. Тут еще эти кибернетики идут. Вшивые. Так, давай сюда. Естественно, заряжаемся. Нет, 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 не надо. Да выходи ты сюда, господи, блин, стоит там. Блин, это пятая волна, а их еще две будет впереди. Заряжаемся.
У нас есть, конечно, еще суперобстрел, но... Ой-ой-ой-ой-ой. А по этой ты будешь стрелять-то, ё-моё. Есть, успел. Главное, чтобы эти хламуны не подошли ко мне. Все, на отдых. А это пускай пока стреляет. Пока мои тут перезаряжаются. Так, это шестая волна, да? Иди отдыхай. Так, вызываем. Летят, да, уточки? Ну, что? Это засада для Винсента. Их слишком много, а к счастью, мы установили электрооружие на вашу базу. Запускайте волну молний, да? Жми сюда. Фига себе! Вот это имба, ребята, была. Блин, это круче, чем какой-то там луч. Согласись. Так, детали нам достаются. Опа-на. Винсента здесь нет. Осталось только одно место, где бы он мог прятаться. Это шахты на севере. Это шахты на севере. Лорд Бингем, я получил новые отчеты от ваших разведчиков. Культ также планирует напасть на эти шахты. Это хороший знак. Культ тоже охотится за Винсентом. И возможно, они его... выследили. Да, но культ подтягивает воздушно-десантные войска, командор. Я настоятельно рекомендую вам взять как минимум 4 пулемета для прохождения этой миссии. О, это проблема. Наш склад почти полон. Там нет места для новых пулеметов. А скоро не будет места для Эзериума. Будем скидывать излишки в реку. Бедные рыбки будут страдать. Я понимаю, что ты хочешь сказать. Командор, ваша задача усовершенствовать склад и подготовиться к бою. Улучшить склад ресурсов и захватить шахты на севере. Я понял намеки. Ну что же. Сейчас-то я могу... Нет, не хватает, не хватает, и все. Это, наверное, нужно, ребята, скорее всего, знаете что? Это показывается. Уровень, наверное, шестой нужен. Что-то мне так кажется. Так, склад. Это лаборатория пушек. Это район. Топливный завод. Центральный район. Склад. Вот его нам нужно как раз-то улучшать. У нас спин, кстати, есть. А ну-ка посмотрим, что нам здесь выпадет. Опачки. Давай-давай-давай, тормози. Замечательно. 50, как говорится, сверху, да? Итого у нас 850. Кстати, у нас его тоже, ребята, ну как, 850, а 1000 это максималка. То есть излишки будут у нас улетать, как тебе сказали, уже в реку. Лаборатория тяжелая. А я не могу два, да, сразу же одновременно строить? А сколько, чтобы закончить? 17. Я уж лучше потерплю. Так, это брифинг. Требования. У нас как раз есть 4 пушки. Но. И я хочу еще, ребята, улучшить. Улучшить эти пушки. Злость. И злость. Вот, кстати, злость-то мне и надо взять. Давай-ка мы ее улучшим. Да. Но, тем не менее, все равно надо будет взять брифинг. Так, злость, иди сюда к нам. Ну, в принципе, я готов. Поехали. Необходимо взять... Ну, раз, два, три... А, четыре. Не взял осу, получается.
Блин, ну тогда вот этот мне не нужен здесь. Мне нужна секира. Поехали. Мне тогда понадобится секира, потому что она как раз против тяжи идет. А дробовик, он, по-моему, против людишек. Ну что, жмем. Сколько волн? 6 волн здесь, нам надо будет пережить. Так, это в мясо. Быленько зарядим. Тут все равно немножечко. Так, так, так. Что-то никто не идет. А-а-а, парашютисты. Просто. Это команда смертников, самая настоящая. Вот этому только, наверное, повезет. Да, но когда их много, моим пушкам приходится отвлекаться, да? На это небо, так сказать. Давай сразу же следующую волну призовем. Так, поехали всякие турельки, машинки и тому подобное. Я так и думал, ребят, они будут отвлекать сейчас моих, мои эти пушки, блин. Специально так сделали. Единственное, это по барабану секири, потому что она не отвлекается на воздушные цели, да, она чисто бьет по наземке, тем более по тяжам. Так, у нас накопился суперудар. Причем на всех пушках. Пока тратить, соответственно, я не буду, не собираюсь. Ну, кто там у нас дальше? Блин, тракторы идут. А ну-ка, дай-ка. Хорошо. Такие чухи, так смертнички. Вниз. Просто насмерть разбивается. Не успевает долететь. Жалко, а вот, жалко вот не показывает нам, ребята, радиус. Хотя вот, вот радиус, да? Я так понимаю, обстрела. Опа, опа, опа. Блин. Придется делать так. Ну танк-то получит сегодня звездюлей или нет? Есть, успели. Накапливает энергию. Ну а как же без вас-то? Ну как же без вас-то, ё-моё, а? Прибыли они мне здесь. Давай, 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 кромсаем, 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 ребята. Фига их тут сколько. Это последняя волна, кстати. То есть я могу предположить, что брифинг мы прошли. Вот почему мне здесь надо было 4 пушки вот эти вот брать. При другом раскладе мы бы не смогли здесь пройти, ребят. Вот что. Угу. Так, а кстати, скоро уровень получим. Вот что я хочу сказать. Так, ладно, здесь маленько мы взяли денег. Почему мы не можем строить два здания сразу одновременно? В чем проблема? Я не понимаю. Так, может быть, злость все-таки улучшить? Так, 50% к дистанции огня. Плюс 10 снарядов. Я думаю, что, наверное, все-таки дистанцию надо брать. Потому что он... Как сказать, бьет не на очень дальнее расстояние. Так, ну что, отправляем опять же сюда, ребята, нашего Виктора. А сами мы
А куда бы нам-то отправиться? Так, разведка. Так, ну здесь получается опыта больше дают, да? 70, а в остальных по 28. Тут 50. Тут 60. Значит, где тут 70-то давали? Вот здесь вот. Так это опять же, ребята, это брифинг, это повтор. Тут 22, но 3 сундука. Эх, что же тогда взять? Хм. А нам сколько нужно опыта-то? Не показано. Ладно, давай, наверное, пройдем вот эту вот миссию. Возьмем секиру и возьмем злость. Поехали. Я думаю, сейчас на ускоряшке быстренько мы пробежимся по ней. По этой миссии. На ускорение. Я не думаю, что здесь будет что-то супер-пупер сложного. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А че таким... Что-то как-то я то ли не подрасчитал. Давай строчи по ним. Почему он бронированных так слабо бьет, а? Я думал, что будет поэффективнее, а с таким подходом мы, знаешь ли, далеко не уйдем. Так, давай сюда. А вы заряжайтесь. Последняя, третья волна. Паровой луч у нас готов. Опять десантура полетела, да? Так, а мы пока склад не улучшим, да? У нас продолжения дальше не будет нашей именно истории. Нам в любом случае его нужно будет улучшать. Склад. Опа. Давай, прижучивай. Ну, вот танк едет, а этот стоит и даже ничего не делает. Посмотри на нее, на эту пушку. Пипец, одну звезду у меня отобрали. Одну звезду забрали. На последних каких-то двух танках сфейлится вот так вот. 240 монет, плюс еще 240 монет. Офигеть, награда. Что это у нас тут такое? Что это показывает? Нападение какое-то? Бессмысленная битва. Здесь нет Винсента. Лорд Бингем, мы нашли его, но вам это не понравится. Шестой уровень. Так, индустриальный центр, склад, вокзал, центральный район. Он отправился прямиком к контрольно-пропускному пункту на границе с Францией и вызвал культы на себя.
скоро не будут в этом районе. Я думаю, он планирует проскользнуть на французскую территорию, пока мы будем сражаться с культом. Смышленый малый, я могу собрать ударную группу и поймать этого вора. Но вы, товарищ, должны защитить моих людей. Вы должны сдерживать армию культа, пока мы будем на миссии. Решено. Командор, будьте готовы защищать команду Виктора от превосходящих сил противника. Да пребудет с вами сила пара и сила панка. Что? Просто шучу. Продержаться в бою назначенное время. Вот. Вот, друзья мои, могу сейчас в данный момент улучшить. 1,5 часа улучшения будет. Такс, ну что же. Я... Интересно, секиру могу еще улучшить? Наверное, могу, ребят, но для этого... Да, мы не можем одновременно, видите ли, делать два задания. Ну что, нам надо двигаться вот сюда. Ну что, я, наверное, беру эту штуку. Ребят, и поставлю обычную осу. Обычную осу. Починить. Погнали. В бой. Ох ты, тут смотри. Колючая проволока, все дела. Должно быть жестко, наверное, будет. Пока все норм. А, нам тут нужно продержаться. Все, я понял, ребят. Продержаться определенное количество времени. Блин, надо улучшать пушку, чтобы у нас был еще один этаж. Так, отдыхайте пока, ребята. Угу. Так, вам на отдых пора. Твою налево, блин, танк вызвал. Эу, тут-то чё? Паровой луч. Всех зажарю. Так, накапливаем энергию. Очередной танк. И там танк едет. Ёк-макарёк. Танки — это, конечно, жесть какая-то. Просто жесть. Замечательно. Молодцы, красавчики. Так, нам еще 1,5 минуты продержаться надо. Три минуты, блин.
Давай, 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 держитесь. Так, 47 секунд. Блин, у моих этих уже кончается. Оу, танки. Танки, ребята. Ну что, применяем? А, жми сюда или сюда. Не, давай так вот. Есть. Победа. Но пришлось потратить, конечно же, один суперзаряд. Опа, опачки. Вот это я понимаю. Я генерал Мура, командующий армией Великого Культа. Отдайте нам человека по имени Винсент, и мы разрешим вам присоединиться к нам, а иначе вас всех ждет смерть. Че? Мы схватили Винсента, товарищ. Похоже, он очень нужен культу, раз они послали одного из генералов решать проблему. Прикажите расстрелять его. Не убивайте меня. И не отдавайте им, прошу. Я могу быть вам полезен. Я профессионал высочайшего класса. Я сумел создать агентурную сеть по всей Европе. В обмен на свою свободу я приведу вас к разработкам технологий ракетных установок. Этого не может быть. Я должна поверить его слова? А пока, как я и обещала, я передаю вам чертежи пушек на основе технологии Тесла, а вы найдете им применение. Хорошо, Винсент будет под стражей, пока мы не решим, что с ним делать. А тем временем вы, командор, постройте нам пушку, стреляющую молниями. Для этого нам нужно повысить общий индустриальный уровень города. Усовершенствуйте главный завод, командор. Главный завод. Усовершенствовать. А главный завод это... Нет, это топливный. Шинебельный. Это лаборатория. Железнодорожный район. Так, вот мне надо башню улучшить. Мы не можем строить две этих одновременно. Не может она строить одновременно твою налево. Погоди-ка, а если она не может... А что мы там строим? Так, мы можем здесь открыть, что ли? Так, северная часть Франции, которая граничит с основной линией фронта. Влияние культа высокое. Даже так, влияние культа высокое. Мы не можем, говорит, строить одновременно. Сколько ты потребуешь? 29, ладно, так уж и быть. Не вокзал. Это склад. Лаборатория молний. О как. Ну что же, ее строить надо еще, да? Будет она делаться 35 минут. То есть не все так быстро у нас получается, да? Построить лабораторию молний. Сколько она потребует, интересно, этих? 15, у меня даже не хватает самоцветов. Не хватает, говорит, самоцветов. Где же можно взять дополнительные самоцветы, я не знаю. Опа, роботы, прикинь. То есть там, наверное, уже против роботов наверняка нам нужны будут и молнии. Так, давай-ка мы этого отправим. Чего? Чего не хватает? Денег, блин. Точно не хватает денег еще. Ладно, я пойду сюда схожу, наверное. Поехали.
Купить. Нет, не надо мне покупать ничего. Жми сюда, жму. Самолеты появились. Замечательно. Не было, блин, печали самолеты. Ну круто смотрится вот это все, да? Как действительно маленькая войнушка. Так, а волн будет здесь 4, понял. Ну-ка, подкрепитесь. Нет, ты еще целенький. Так, выходи. И ты тоже выходи. Так, первая волна, судя по всему, закончена, да? Нифига не закончена. Ну? Да, самолеты здесь будут очень хорошо нас отвлекать. Очень хорошо, ребят. Надо еще этаж ставить. Мало нам уже 3 этажей. И это только лишь 2-я волна идет. Так, давай-ка сделаем таким вот образом пока. Угу. Так, 3-я, да? Это 3-я волна. Потом еще 4-я. Усиленный танк, да вы серьезно? Ох, ёк-макарёк. Да, действительно усиленный танк. Сюда, ты сюда, ты сюда и ты сюда. Ждем. Выдвигаемся. Давай, давай, заряжайся быстрее. Так, а это последняя волна у нас получается. Да, последняя. Пока идем на 3 звезды. Нет, по-моему, 2 или 3. Как у них тут? Если ты получил урон, значит... Нет, 3 звезды, все отлично. Замечательно. Так, тут еще будет 29 минут. Мне про башню. Что? А как вот здесь-то вот? Больше пластинчатых этих, да?
Один заряд для супероружия глаз. Почему я вот это не могу взять? Интересно, уровень 2. Так, третья индустриальная эра. Нет, подожди, а почему мне нельзя уровень 2 получить? 2000 монет надо, да? 2000 монет. Короче, надо, ребята, за деньгами бежать. Сколько требуется за стоимость? Блин, тут выбор. Либо идти это, либо копить деньги. Я думаю, что нам все-таки надо копить деньги. Есть у нас где чисто бабки, не сундуки, а вот чисто деньги получаешь. Роботы. Нету. Такого нету, чтобы ты мог чисто получать деньги. Ладно, давай здесь по-быренькому пробежимся. Нам денег-то надо всего лишь 800 тысяч. Всего лишь. Давай на ускорение, потому что я думаю, что здесь будет изи. И только после этого, как я насобираю 2000 монет, я смогу улучшиться. Так, здесь раскромсали. И последняя волна. Ну, денег, наверное, мало нам дадут за выполнение этой миссии. Так, это последний. Все, ребят, прошли. Сейчас мы глянем, сколько там, по-моему, обычные ящики. 200. Еще 200. 400. 400 монет, а нам нужно 2000 монет. Давай здесь тоже по-быренькому, по Шурику пробежимся. Также, ребят, на ускорении, чтобы долго тут не париться. Погнали. В общем, 500 монет еще нам нужно получить. И тогда я смогу улучшить, наверное, башню. Так, ускоряемся. Я еще роботов не видел там, а не сталкивался с ними. Я даже не представляю, что они там будут делать. Но, наверное, это будет люто. И боссов, еще ни одного босса не было. А их здесь будет в игре много, говорят. Окей. Так, вторая волна разрушена в пух и прах. Получается последняя, да? Все. Быстренько мы с ними разобрались. Паровой луч в ангаре. Ну-ка, деньги, мне нужны деньги. Отлично. Фигово. Отлично. Блин, чуть-чуть не хватает. Блин, хоть спин крути, а. Который нельзя крутануть, естественно. Так, сейчас вот здесь вот мы еще заберем монетки с тобой. Подожди. Вот. Все, ребят, хватает. Башня. Да, плюс один этаж. Вот это совсем другое дело. Так, а вот теперь надо нам, наверное, улучшить. Так, улучшенный пулемет. Вот проверим. Да, ресурсов тут, конечно, надо тьма тьмущая, ребят, чтобы прокачать. Ну, хотя бы вот это вот. Так, третий этаж у нас есть.
Сюда мы с тобой отправить не сможем. Ну что, давай посмотрим хотя бы на этих роботов. Ау. Твою налево, ребят. Энергия, к сожалению, закончилась. Да. Ну что, давай тогда мы закончим на сегодня эту серию. И обязательно уже увидимся в следующей и продолжим играть. Так что всем пока. Удачи. И до новых скорых видосиков.